Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ПАО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Нижегородский государственный технический университет имени Алексеева в области развития авиационного кластера. От правительства Нижегородской области соглашение подписывает губернатор Нижегородской области Валерий Павлинович Шанцев. От Объединенной авиастроительной корпорации соглашение подписывает президент компании Михаил Асланович Погосян. От завода «Сокол» соглашение подписывает генеральный директор Александр Владимирович Карезин. От Нижегородского государственного технического университета соглашение подписывает ректор университета Сергей Михайлович Дмитриев. Сейчас у нас подход, да?